Признали гнедой жеребец Орловской лесистой породы 2 лет, Адыга Едука и Залежи, рожден в конном заводе урожай, Пермский край, принадлежит Пестову Сергею, город Нижний Тагил, и едет Пестов Сергей. Лошадь впервые проходит квалификацию на ипподроме Висим. Лошадь проходит правый поворот и подходит к отметке первой четверти. За 45,8 секунды пройдена первая отметка дистанции Загара. Загар – родной брат Забавника, успешно выступавшего в прошлом сезоне на Лисимском ипподроме. Загар подходит к отметке второй четверти. Вторая четверть. 41,9. Пройдено за 41,9 секунды. Лошадь в левом повороте. Лошадь проходит левый поворот, на достаточно чистом ходу лошадь, ровно проходит дистанцию. 2,58, то что не пройдет, должен пройти. Подходит к отметке третьей четверти. Третья отметка дистанции пройдена за 45,9 секунды. Перехват был у Загара. Лошадь на финишной прямой. Подходит к финишу. Шуруева, последняя,